Приветствую вас, зрители, подписчики моего канала из Китая в Россию. Сегодня видео не о посылке из Китая, а о моем приобретении у нас на рынке. Приобрел я, электромеханический корректор фар. Вот аббревиатура его, номинал МКФ-11. Связывался я с по мейл с заводом в Тольятти и уточнял, есть ли заводские корректоры, электромеханические корректоры фар. То есть они сообщили, что именно сам завод не производит такие корректоры, но есть универсальные, которые подходят как для 2108, 09, 99 и вот для Нивы, по-моему, не ошибаюсь. Хотя, может, ошибаюсь, кто-нибудь поправит, извините, я, если честно, не знаю, что это за автомобиль. Собственно, и также подходит для 14, 15, 13. Значит, продолжаем фанатизм по поводу улучшения света фар. И вот я решил раскошелиться. Значит, не будет ни ссылки никакой, где я приобрел это все. Проживаю я в городе Пятигорске. Есть у нас такой рынок казачий. Там, собственно, и приобрел товарищей продавцов за 1700 рублей. Проводка, значит, сами моторчики, которые регулируют вышину фар, и вот такой привод. Вот как. То есть не плавное переключение, а фиксированное переключение. Имеет, по-моему, если не ошибаюсь, 7 положений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, извиняюсь, 11. То есть все, я так понял, что все очень просто здесь. Надо паспорт будет посмотреть. Я думаю, все это к штатной проводке все подключается без проблем. Так, колечко. Все здесь популярно. Все описывается, все нарисовано. Так. Ну, собственно, я так думаю, что мне этого не особо-то и надо. Массу мы, я думаю, в машине и так найдем, где притянуть. Клейму плюс. Собственно, раз вот такой вот штекер здесь, гнездо. Значит, где-то есть плюс, куда это можно подключить. Ну, я в паспорте посмотрю. И, конечно же, обращусь за помощью к своему видеоконсультанту YouTube. Значит, все это очень просто подключается. Ребят, на улице холодно. Вчера в Пятигорске, Кавказ, вчера было плюс 12. Может быть, кто из местных меня поправит. Может быть, где-то было по району города прохладнее, где-то, может, жарче. Не знаю, мне на градуснике 12 показало. Сегодня минус 8. Снег и гололед. Извиняюсь. Поэтому никак не получится поставить. А еще, к великому сожалению, с неделю назад мою чепырочку таксист немножко испортил. Пострадала у меня фара, немного бампер, ну как немного, выкинуть его все, так немного то он лопнул, там поломался, и крыло правое. Ладно, все это разобрались уже, собственно, страховку уже ждем, страховку выплатят. Вообще пока машину не трогаю, ничего не делаю, ездил на шестерке, жду, когда выплатят страховку, тогда займусь ремонтом. Хотя уже крыло, бампер, не, бампер не взял, крыло взял новое уже. Фару новую купил, под бампер шиллерок новый купил. Как только все, как денежки все получу, сразу буду монтировать, снимать видео. Значит, будем переделывать штатные фары, киржачные, под линзы. Так, под линзы будем монтировать электромеханический корректор фар. Значит, будут линзы биксеноновые со шторкой. Собственно, все видео, следующее видео, буквально после этого видео будет распаковка линз. Все, не могу объединить, извините, но слишком длинные видео получаются, потом очень-очень долго выкидывает все это в интернет, у меня отдача интернета очень маленькая. Поэтому, кому видео нравится, у кого есть какая-то информация по поводу подключения именно плюса, буду очень рад пообщаться, переписываться.
Ни одно сообщение, один комментарий без внимания не оставляю, со всеми общаюсь. Отпишитесь, кто уже смонтировал себе. Объяснить вообще, как работает, как, может, какие-то есть тонкости по монтажу, какие-то хитрости, может быть, и куда вот можно плюс подкинуть, где он подключается. Либо просто обрезать его, зачистить и прямым на аккумулятор. Хотя нет, прямым не получится, по-моему. Все, всем спасибо. Кому понравилось, лайк. Кому не понравилось видео, дизлайк. Но обязательно прокомментируйте, почему не понравилось. Будьте добры, пожалуйста, без оскорблений, без мата. Сразу буду банить, удалять. Блокировать доступ к своему каналу. Спасибо всем. Пока.